Магаданская госавтоинспекция совместно с представителями детско-юношеского центра «Юность» провела для юных калмычан открытый урок по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло на площади Дома культуры «Автотек». Ребятам рассказали о том, как правильно передвигаться по улицам, если ты на роликах, самокате или велосипеде. А еще с помощью оборудования мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» рассказали о значениях дорожных знаков, в числе которых велосипедная дорожка, остановка для автобуса и пешеход. Если цвет на знаке красный, значит этот знак опасный. Молодцы, конечно, опасный. По пешеходным дорожкам должны двигаться, конечно же, у нас пешеходы. Это специально созданное место, где вы сможете безопасно ходить. А вы в городе Магадане видели такие знаки? Молодцы. Также участники мероприятия приняли участие в гонках на самокатах. Их задача — правильно и быстро надеть шлемы, решить задачу на знание правил дорожного движения, преодолеть полосу препятствий и без происшествий добраться до финиша. По словам юных магаданцев, сегодня они узнали много нового. Я узнала, что на какие надо переходить цвета светофора, на какие знаки нужны перехода, какие стоп, какие нет. Какие можно ехать, какие нам помогают. Красные нам не помогают, они нам запрещают проезжать. А вот синие нам помогают, они нам могут дать правильный переход, подсказку какую-либо. Напомним, акция «Безопасное лето» проводится ежегодно во всех районах Магаданской области. В нем принимают участие сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и детско-юношеские центры.